Всегда любопытно, что находится по ту сторону какого-либо интересного действия. Вот, например, вам занятно, что находится за камерой? Да, но мы вам не покажем, потому что мы там сдаем помещение семье. Игорь Петрович, Анна Львовна, о, Сережка-то какой уже большой, вырос, вымахал. Вот, не покажем. Но покажем вам закулисье театра кукол. Оксана Стяжкина проводит вас в этот волшебный мир. Сережа, оставь шнур в покое, сколько раз говорить, а? Сегодня я вас проведу по тайным местам и узнаем, как же готовится театр к новогодним праздникам. К встрече с детишками театр кукол готовится ответственно. Перед каждым спектаклем, начиная с 23 декабря, детишек ждет новогоднее представление «Снежный бал», где малышей будут развлекать герои из разных сказок. Первое, с чего начинается подготовка, это, конечно же, с украшения елки гирляндами и шариками. Этим важным делом занимается главный художник театра Анна. Вы в детстве тоже, наверное, наряжали, сейчас наряжаете дома, да, например? Дома я уже не наряжаю. После того, как я стала работать в театре кукол, мне хватает здесь. В это время в других мастерских работа идет полным ходом. В бутафорской мастерской вырезают шишки. А можно попробовать шишечку сделать? Пожалуйста. Так что, если что, у меня я могу сказать, что уже опыт есть. Конечно. Прям рука достает. То есть и потом эта шишечка моя тоже будет использоваться? Ой, как классно. А в швейной готовятся костюмы для героев. Да прям, а можно померю, как всегда? Что так он держится? Я сейчас могу ходить всем угрожать, что я могу их заморозить. Да? Можно есть сколько хочешь. Это наряд для Нового года, для новогоднего стола. И впервые нас пустили в самую тайную комнату театра, где хранятся костюмы. И показали, в какой шубе детишки увидят в этом году Деда Мороза. Вот она, да? Она очень тяжелая. Можете взять вот. О, слушайте, ну она, наверное, килограммов 10 весит. Да, ну вот такая вот шуба. Дед Мороз должен быть таким мощным, чтобы ее носить. А есть ли тут Снегурочка? Есть. В этом году очень модно такие расклешо. То есть Снегурочка у нас по моде, я так понимаю, да? Модная, да. Модная. Можно пирожки здесь печь. Там тоже волшебная печка, волшебные пирожки. С чем больше всего любят актеры? Со сказками. Пирожки со сказками, да. Услышав фразу «пирожки со сказками», итальянцы, которые пришли на экскурсию, разыграли сценку из «Красной шапочки». Иди сюда, я тебе ничего не сделаю, иди. Могу погладить тебя. Здорово. Раскрыла все закулисные секретики подготовки театра кукол к Новому году Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тудей». Ой, там темно.